От идеи к действию, от мысли к проекту. Все студенческие инициативы в Академии госслужбы не откладывают в долгий ящик, говорят преподаватели. Их обсуждают на практике, дают шанс на реализацию. Те задачи, которые здесь ставятся, в частности, проекты развития социально-экономических проектов, так сказать, те новые, которые придумывают ставить, и они работают над этими проектами, вот как они считают нужным. И по сути этих проектов выбираем потом победителей. Акселератор социальных инициатив «Рейс» – чемпионат по стратегии менеджменту «Бизнес-баттл». Вот лишь часть студенческих практик, где студенты говорят о социально-экономических проблемах региона. Большой вклад, конечно, в это есть куратора в первую очередь, потому что мы всегда говорим о том, что студенческая, ни одна студенческая команда со своим проектом не может справиться без участия, без большого вклада куратора. Кстати, в этом году предпринимательская идея студентов Орловского филиала получила высокую оценку в столице. Бизнес-проект «Зеленый дом» в первом этапе конкурса «Рейс» оказался в числе лучших. В процессе его реализации у нас возникали некоторые сложности, но благодаря преподавателям нашей академии мы с ними успешно справились и достойно защитили наш проект в Москве. Победила тогда команда Балаковского филиала Академии госслужбы социальным проектом «Прогулки по городу». Студенты получили уникальную возможность отправиться на зарубежную стажировку в Милан для изучения лучших практик социального предпринимательства в рамках Всемирного форума. Не упустить свой шанс и проявить себя на первом в новом учебном году практикуме посчастливилось сотни студентов из 7 филиалов президентской академии. Владимир Истулы, как и прежде, продолжит развивать инвестиционную привлекательность своего региона. Это основная идея его проекта. Приехали опять же посоветоваться с экспертами, узнать их мнение о развитии наших проектов, как раз направленных уже на экологическое развитие. Проблема выбора профессии, успешного трудоустройства, профессионального и личностного развития. Решить их – оказаться в нужное время, в нужном месте. Преподаватели уверяют, подобные практикумы как раз и являются таким местом. Сергей Кравцов, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».